Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Готика 3. Давайте загрузим. Так, какой у нас день? День 23. Ну да, день 23. Ну-ка. Вот так вот. Блин. А в каком городе-то вообще? Ага, так, понял. От него у нас что идет? Похитители руды. Доступ в Иштар. Нет. Так, ну тут еще орки патрулируют. Похитители и руды, они где-то там. О. Чего ты хочешь, Мор? Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я принес ассасинам подарки. Это сырая руда. Руда из огня Нордмара. В обмен я должен получить артефакт из храма, но его украли! Украли глупые, алчные Морра! Что теперь собираешься делать? Что ты теперь собираешься делать? Что ты думаешь, Морра? Мы следим за городом! Зло повержено. Ты показал мужество, Морра. У тебя есть чувство чести. Вот, возьми. Так. Блин. И чё я орки 50? Украдено. Вот где вот они находятся? Давайте, пойдемте смотреть. Это должно быть какое-то здание, я так понимаю. Потому что помню, они где-то грабители-то были, вот которые от ассасинов-то нахрен. Давно не играл, поэтому точно не могу вспомнить. О! Блин. Давай. Да ты как? Ладно. Блин, вот еще в город он тут попасть. Нету? Нет, там не могут, что близко, так близко они не могут находиться друг от друга. Эти твари никак не оставят нас. А вы кого бьете? Может где-то что-то у вас? Так, ладно. Мы с одним львом там справиться не могут.
Кто здесь? Не вижу, ладно. Так, там я побывал. Сейчас будем тогда смотреть, что у нас и где у нас. Вау, алхимический стол. Мне еще оружие надо травить все. Так. Зелье выносливости, зелье, так, зелье выносливости, жизненности. Зелье маны. Огненный норманский подымок. Шнапс, яд. Вроде яда мне пока хватает. Так, а как мне оружие-то отравить? Где? Я должен уметь это... Вот. Давай-ка. Не, они не помрут. Блин, такое чувство, что я что-то упускаю. Корзина. Так, с этим покончено. Взять все. Блин, блинский. Ладно, а если вот так вот. Что-то не могу отравить его. А где у меня второй-то? Второй, вот он. Где у меня знание? Максимальная жизненная энергия. А так, я это наделал. Вот. Где у меня там еще? Вот все. Теперь у меня это. И отравлены еще. Нормально. Так, так, так. Так, здесь мы были. Были. Так, там бандитов нет, но зато есть львы. О, что-то нашел. А что я нашел? Задание успешно выполнено. Так, завершено. Кубок разносчика воды, награду за голову, так. Ладно. Давайте.
Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Ой, матушки. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Их еще больше. Еще одна из этих тварей. Давай. Вот так. А я пока пойду посмотрю за остальными, где остальные-то. Они что, ушли? Давайте. Целая куча. Еще одна тварь. Давай, 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 давай. Валите их, ребята. А что, он зря приносил их, что ли? Вот так. Все заняты делами. Только что-то чувствую, что огры-то огребут здесь. Ничего. Нет, ничего хорошего. Я здесь. Нет, ничего хорошего. Ну? Вот такая драка у них, в общем. Ладно, вы пока тут разбирайтесь. Мне все-таки бандитов надо искать. Или что, или помочь им? Эти твари никак не оставят. Отсюда эти твари. А-а-а!
Опа! Ты чё мне не помогаешь, что ли? Ты здорово ему показал! Так, с этим покончено. Где-то еще? Одним монстром стало меньше, потому что были какие-то, блин, плохие, я не знаю. О, ни хрена я перепрыгнул. Так, блин. Так, он какая-то башня стоит, может мне еще туда сходить? На. Так. И что меня там ждет? Ой, ползуны меня там ждут. Тихо вы. А, вы не можете. Ну-ка. Вот так. Давай. Смотрим, что у них здесь было. Да взять все. Что у нас тут? Так, найти что-то. Я, блин, что-то нашел. Только я не знаю, что, блин, нашел такое. Миссия, блин, опа, завершилась какая-то. Пойми, где еще. Ой-ой-ой. Давай. Так. Это наверху, что ли, кто-то? Опять огры. Так, ладно. Что это у нас? Давай. Потому что нежить там хрен узнает, когда появится.
На. А подождите. Еще. Еще немного. На. Да тихо вы. Беги! Так. На. Охренеть, блин. Восстановление. Так, ладно. Да как так-то? Так. Ну-ка. Неплохо. Да нет же. А, подожди, тогда мы на... Давай, 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 давай. Это я где? Где-то тут, блин. Так. На. Блин. Он что, один был? Сейчас глухо будем тогда хреначить. Ну ладно, я так и так должен был сюда залезть. Где вы ходите, мать вашу? Это кто? Ой.
На. На. Ни хрена себе дракон. На. На. Завалили. А с него ничего не взять, да? Пойдем. Посмотрим, блин. Мне надо какое-то строение искать. Где могут эти обосноваться? Я там наверху был? Может быть, был. А может быть, не был. Хрен ли там кто в пустыне-то разберет здесь. Ладно. Идешь, идешь. Ага. Давай вот эту тогда с той стороны поднимемся, туда пойдем. Посмотрим, здесь нету ли пещеры сначала. И давай не отставай. О, маг воды. Ты еще и ходишь? Жди. Давай, после ты ходишь. Ага, я так и думал, что это ты. Но что-то в тебе изменилось. Хотя, может быть... Это просто я старею. Кронос, хранитель руды, как ты жил? Ну, благодаря камням Фокуса, мы нашли обратную дорогу к нашему народу. И что привело тебя сюда? После нашего прибытия мы решили, что нам лучше расстаться. Мне это кажется таким знакомым. Это была идея Сатуруса, не моя. Если бы все зависело от меня, мы бы остались вместе. Но меня ведь никто не слушает. С тех пор я брожу по пустыне в поисках знания и просветления. Если есть что-то, в чем ты нуждаешься, дай мне знать. Ага. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Я поделюсь с тобой тайнами Аданоса. Ничего, да, ты мне уже не можешь дать. Во. Ну, магия воды, надо будет сравнить тогда. 30, 40, 60, 60. Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. Охренеть, вот тебе и спасибо. Ничего нового. Так.
Серьезно, я сюда спускался, и что здесь? Ни хрена нету. Может, каменная табличка где-то? Не. Каменной таблички нет. Ржавый боевой топор. Ну-ка, вот здесь вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Пойдем еще дальше. Пойдем. Нас ждут великие дела. Вы где, вы твари? Прячетесь. Так. А вы что тут охраняли? На. Так, там пещера, мы все захреначили. Так. На. Меня интересует еще. Он там раненый ползун, да? По-моему, раненый ползун должен быть. Я не помню где. Не помню. Ай-яй-яй. Не отставай. Так. О, кто-то впереди есть. Огненный голем. А у меня есть ледяное копье. Ну
А все-таки с него какую-то запчасть можно взять. Пойдем сюда. Ой-ой. Так. Да. Вот здесь вот могут быть они. Есть кто? А вон башенка, вон там, наверное, эти бандиты. Это я где? Добро пожаловать, странник. И спей с нами глоток воды. Что вы здесь делаете? Мы охотились. А сейчас собираемся в оазис. Но там расположились несколько ассасинов. Так. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Мы поделились своей водой и можем поделиться знанием. Расскажи мне что-нибудь. Об охоте нет? Хорошо. Как только ты будешь готов, покажи мне свой товар. Все сам сделаю. И... иди за мной. Что у меня тут? Минутку. Вот так вот вроде. Пойдем сюда. Не подходи к ним близко. Так. Что-то я не понимаю, что ты подглючила, что у меня недельку всего не было. Я уже все. Так, так, так. Ну, подождите, а я здесь был, да? Да, я здесь был. Ну-ка. Ё-моё. Закрой дверь. Давай, лети за мной. Так. Это где я вообще нахожусь?
Блин, между где-то тут. Давай. О. Ты-то мне как раз и нужен. На кого нападаешь? А, о. Ах! А! Давай, просто их ассасинов сапоги загасишь. Это сомневаюсь. Ах! Что? Ах! Ты не зрительно работать, я тебе вчера все пообрывал, в следующий раз будешь слушать. А, такие, чтобы меня их загасили. Что у них тут есть? А у них ничего такого и нету, да? Ладно. Ой-ой-ой. Вот так. Пока все идет нормально. Да твою мать. Ну и ладно. Неплохо, да, вас потрепал-то демон-то. Боец. Давай, этого-то бойца там можно. Вот так вот. Давай бойца-то загаси. О, элитный воин его гасит. Этого стоило ожидание недостойное. Ну, путешественник, спасаешься бегством. Почему бегством? Нежить, кочевники, целая куча причин обратиться в... Неважно, выпей немного воды. Так, что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Я? Я здесь главный, это мой оазис. Но знаешь, кочевники сильно осложняют нам жизнь. Они все время норовят напасть на нас, особенно этот Хьюрит. Возможно, ты мог взять это на себя. А. Ты украл рудные заготовки. Смышленый парнишка. И что с того? Расскажи мне, что ты сделал с заготовками. Я уже давно продал их. А теперь исчезни, иначе мне придется... Кто твой партнер? Хе. Он уже давно, давно сбежал. Он знает все... Тайники пустыни, и у него куча друзей в Моресуль. Значит, Моресул. Ну и что? Это тебе абсолютно не поможет. Абсолютно не поможет.
Запыли думай, что от меня ты узнаешь его имя. Сын простодушия. Где мне найти Хьюрита? Недалеко отсюда, на юге. Они чаще всего... возле старых развалин, это я знаю. Что нужно сделать? Хьюрит и его банда устроили недалеко отсюда засаду. Они только и ждут, как бы украсть. Иди и разделайся с ним. Так, а вот Сугут, ну-ка мне вот заготовки. Так, награду за голод у Шакир, лев, камень льва. Так, похитители руды. С ним шел еще один парень, да я не сумел разгадать, кто это был. Но если ты встретишь, пусть он заплатит за свою ошибку. Давай. Ну, значит, мне их наказать надо. Ладно. На. Это мне как раз и нужен. Вот так. Так. Ты сва. Взять все. Убивать-то я не стал. В следующий моя раз ты башка. Так просто не отделаешься. Так. В следующий раз я тебе покажу. Ладно. Блин, близкий. Я даже не знаю, куда мне сейчас. Так, он как сказал там в Мурасул, да? Ушел. Миссия не будет завершена. На. Так, ладно. Так, а куда бегу-то? Вот не знаю, мне стоит с ними сразу разделаться или как вот с кочевниками-то. Блин, я так думаю, пойди сразу разделаться с ними. Как не крути, чтобы запомнил там. Так, ладно. Так, ну-ка, у меня что с этими-то? Да не с этими. Временный пузырь. Кто вот этому научить-то может? Магия превращения. Временный пузырь, не помню, кто это может научить, но, кстати, вещь-то хорошая. Отсюда эти твари! Давай. Блин.
Вот так. Ты... Взять все. Так, вот не знаю, льва мне это надо прикончить сейчас или как. Ладно, пойдем, отчитаемся, что здесь сделали, и вон туда к руинам сходим. Потому что мне все равно в Мурасул надо будет идти. О, хоть один насмерть. Я разделался с Кьюритом. Ты разделился? Как насчет моего вознаграждения? Вознаграждение, конечно. Так, а ты... А теперь исчезни. Прекрати использовать магию. Сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас посмотрим, как ты помирать-то будешь. У меня что там доверие кочевника и ассасины 15, блин. Ну, а по-другому тут никак. Мне тебе надо отвезти в ужасное место. Вон туда. Туда хоть? Туда. Ну, я так думаю, по крайней мере. Или туда. Вон там еще кто-то есть. Ну-ка, давай посмотрим. Где? Ага, вот они. На. Давай, бей его. Чтоб тебя черви съели. Умница. Вот так. Пока нормально идем. Блин, по этой пустыне никаких ориентиров нет. Так. О, кстати, вот сюда вот можно прийти, потом сюда телепортироваться. О, копаю. Давай. Надо взять все, конечно. Вон она. Не вижу. Вот так вот. На. Ну ты, эти животные уже надоели. Давай. Эти животные уже надоели. Так, это не то место, да, или то? Господи, тут всего лишь-то пару рапторов. Тихо. Все, что ли? А этот-то где? Эй, утыра, помощничек, твою мать. Ладно.
Охренеть, куда он делся? Ты где? Ты кого-то там бил, что ли, или что? Почему я тебя не видел в бою? Пойдем, пойдем. Посмотрел, как твой хозяин сколько их завалил. За все. Пойдем, пойдем сюда, сюда. Пойдем, пойдем. Ой, где-то здесь, да? Должны быть маги воды, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, так, так. Вот они, маги воды. Здравствуй. Ты не слишком торопился? Почему ты пришел только сейчас? Я. Не увиливай. Нам предстоит великое дело, и у нас нет времени на оправдание. Я все тебе расскажу. Так, как вы смогли покинуть остров? Как вы смогли вот покинуть это интересно. Остров? Фокусные камни сослужили свою последнюю службу. Мы использовали их для ритуала телепортации. К сожалению, нам пришлось оставить их. У нас больше нет камней. Однако самое сильное оружие — это знания, а их не потерять. Ну, правильно. Что насчет орков? Что насчет орков? Они пришли сюда наверняка не за теплым солнечным светом. Они хотят заполучить священные артефакты из храма. А мы не можем допустить этого. И не допустим. Значит, атакуем их? Добровольно они не уйдут. Поэтому обратись к Утросу. Он скажет, что делать. Что я должен знать? Сейчас мы в Аль-Шидиме, храмовом городе древнего народа. Согласно надписям, здесь хранилась защита тела. Звучит как доспехи. Доспехи, одеяние, покров, что-то наподобие этого. Ясно одно, это один из артефактов, которые нужны, чтобы... Чтобы что? Поговорим об этом потом. Сначала... Найдите доспехи. Где артефакт? Конечно. Вы правильно. Уже... От... Мы выяснили, что... Что нужно ключи, пять ключей, чтобы открыть храм, верно. Да. Верно. Один. А остальные? Надеюсь, что они пережили последние... Тогда я поищу их. Есть какие-нибудь подсказки? На этой карте... Несколько мест. Расчеты я сделал. Основ... За тысячу так. лет... Могло много, всякое случиться. Слишком многого. Где ты нашел ключ? Совсем близко. В каменном сундуке. Мы сейчас находимся в квартале жрецов. Как несложно догадаться. Надписи и артефакты, указывают, которые мы... Это понятно так. А что произойдет, если я открою храм? Что произойдет, если я открою храм? Когда тысячи лет назад на страну обрушилось страшное наводнение... Многие спрятались в храме. Окруженный водой, храм выстоял. Понятно, но утонули из него все. Больше никто никогда не выходил. Я подозреваю, что с помощью магии скелеты были разбужены. Так что лучше возьми топор потяжелее. Или спроси у Миксира об артефакте Стражи Мертвых.
Он что-то рассказывал о нем. Так, найди не мне так. Дашь мне ключ? Ты дашь мне ключ? Пусть он лучше будет у меня. Пока ты не найдешь остальные. Ну ладно, так, подождите. Ну сюда, вот, я знаю точно, должно быть какое-то телепортационное средство. Наверное. Вот он, камень телепортации. Так, и вот здесь вот самое хреновое, то, что эти петушары тут разбросаны, блин. То есть Сатурус здесь стоит, или кто он, Ватрас? А эти могут быть, он там где-то. Ясненько, понятненько. Так. Тут, кстати, по-моему, здесь вот, да, надо собирать-то там всякие человечки или головки, или это как моды. Так, ну-ка, подожди-ка. Я хочу поговорить со всеми. Осторожно. Хорошо, я буду. Я часами приводил в порядок. Ты не поверишь, сколько артефактов мы находим. Как тяжело. Насчет древних артефактов. Да. Может, ты мне карту вот, дашь? Вот, например. Оляшка, в самом высоком. Любовные. Поваренные лица. Это древние. Так, мне это неинтересно. Стражи мертвецов. АБ-37 лежат. А, вот и страж я разорвал. Сошел в могилу. Давай ближе к дереву. А, вот. Благословенные силы света и жизни. И успокоил тех, что не находил покоя. И что все это? А полезным древним. Ну-ка, давай мне. Ты если хочешь. Тебя научу. Так, ты мне что-нибудь о древней магии рассказать можешь? Нет. Так, что-нибудь об алхимии? Нет. Ты знал? А, обычно. В кратком изложении. Хорошо. Да. В каждом храме лежит артефакт. Ну ладно, мне это не интересно. Это мы и так знаем, что. Но не пошел он в храм. И стопы уводили его. То есть он пошел на север. Надо полагать. Так, что дает магическое кольцо? Ему больше тысячи. Но нашли мы записи очень скудные. Вероятно, оно наделяет того, магическими способностями. Ну это мы и так знаем. Как же мне искать кольцо? Так где? Ищи его. Может быть, у магов огня есть какие-то записи. Храм магов огня разрушен. И монастырь в Нордмаре тоже. У них же там библиотека. Это на другом краю света. Да, идти придется. Отправляйся туда немедленно, надо сейчас. Алхимический стол. Вот это единственное, наверное, то, что поспать можно тут. Так, ну и ты прибежал, да? Пойдем. Карта руин. Так, мне надо направо. Пойдем. Вот, видите, вот такие вот надо собирать.
они могут быть тут где угодно, вот эта хрень разбросана. То есть вот в руинах тут собирательством надо заниматься. Ну, это делать мы не будем. Смысл нам от этих всяких статуэточек. Мне надо это вот укокошить здесь. Где-то мертвяки должны быть. Нехило так. Ну ты ему показал. Вау. Что за мерзкая тварь? Так. Вот так. Ты не хочешь это понять, да? Да. Надо кого-то помощнее тебе. Эти-то... Что за мерзкая тварь? Даже в расчет не беру вот это. Добивай. Ага. Вот где-то здесь вот должно быть. Где-то тут. Так. А, вот. Блин, а я даже не увидел, вы чё? Хотел ему сказать, что он свободен. Неплохо пока. Хрена чего там.
Не-не-не-не-не, бейте, бейте его. Я его так долго к вам тащил. Ну же, господи. Опа. Кто-то зарезал даже одного. Давай-давай-давай-давай. Гасите его там, ребята. Опа. Вау, загасил даже кого-то опять. Ой-ой-ой, там внизу что-то мечется. Давай-ка. Против стража может его вывести. Сейчас загасят, надеюсь. Ну? Что-то у тебя... Хреноватенько выходит. Давай. Ну же. Ну, тогда долго гасить, кстати. В отличие от зомби. Загасит вот он. Когда? Еще сильнее надо ему впороть. О! Давайте, чуть-чуть осталось твоего, ушатайте. Да нет же. Так. Теперь вот это вот.
На. Это не сработает. Блин, а у кого тут ключ-то? Это не сработает. А, они во время боя. То есть мне надо сейчас расчистить место. Так, ладно. На. Взять все. Помимо этого, ну-ка, вот здесь вот я могу копать? Могу. Охранял он здесь. Взять все. Так. На. Нет, да нет же. Тихо. Размечтался. Где-то тут, подождите. На. Так. Спокойно. И, о. О, урна стражей мертвых тоже вот собирать надо, видите? Сколько их тут нахрен собирательств в этих руинах. Ну, правда, единственное, что они вот стоят. Статуэточка какая-нибудь здесь может стоять, солдатика там. Нахрена это все надо, правда, я не помню уже. Но фишка в том, что... Их, по-моему, по 5 всего, да? На. Так. На. Тихо. Вот так. О. Аж башка отлетела. Ладно. Что мы там собрали? Подобрать все. Вон еще урна стражи мертвых. Это не сработает. Этот-то куда убежал? Вот так. Так.
посмотрим. Это не сработает, это не сработает. А что не сработает? Ах, они мне эти урны-то нужны. А где у меня тут? Не понял, ну-ка. Вот они. Так. Нет, это не этот. Только сундучок вот этот. Вот он ключ. Первый ключ взял. Теперь сюда, школа воинов. Блин, а как отсюда выйти-то? Вот так. Сохрани, если я еще все собрал. Эти урны. Так, ладно. Мне куда? Ага, вон туда, значит, я правильно как-то бегу, только немножко криво. Ну, правильно. Вдоль моря. А что тут у вас есть-то? Помню, в Готике 2 нельзя было переплыть, потому что там съедала большая рыба. Давайте. Давай. На. Взять все. Я вас всех шкуру поснимаю. На. Блин, мимо. Так, ладно, будем искать ключ. Странный гриб. Так. И где-то тут? О. О, статуэтка воина. Вот типа здесь статуэтки воинов собирать. Так. Так.
все взять. Никогда не знаю, что тебе может пригодиться. А так, если их все сдерешь. Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Странных грибов. Вот это что за странные грибы? Для создания чего они необходимы? Так, тут статуэтку воина я взял. Понять не могу. Вот вроде здесь же где-то. Что-то не... Вот еще статуэтка воина. Смотрите-ка, опять нету. Так. Не видно, тут днем надо лазить, я так понимаю. Чтобы все хорошо разглядеть. Так, я там тебя видел. А хрен ты только достанешь отсюда. Ладно. Давай. На. Подожди. Так, и вот так. Сундук. Вот, ключ взял. Это у воинов я взял. Но статуэток я, кстати, не собрал. Но я так и не думаю, не буду их собирать. Я... В прошлый раз, когда я играл, запарился с этими статуэтками, всякими собирательством. Поэтому не хочу запариваться опять. Не настолько я задрот, чтобы знать, где что находится. Опа. Так. Теперь мне надо вот сюда идти. Так. Почти вон туда. Зачем они нужны? Для чего вот они прокачивают, что ли, что-то? Что мне за них дадут?
кувшин целителя. Здесь уже кувшины целителя пошли. Понятно. Это какой-то этот квартал лекарей. Смотрим. Ищем сундуки. Вау. А вы-то что здесь делаете? Отдохну немного. Я уверен, что у тебя есть и другие дела. Как вам? Ну, давай так тогда. Подожди. А не у вас ли? Находится то, что мне надо. Смотрите, даже не разговаривают со мной. Так, ладно. Не хотите со мной разговаривать. Так. Реально сейчас тебя уведу на съедение. Так. Там вроде как орки были, да? Ты со мной разговаривать не хотел, да? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У меня такое чувство, что ключ-то у них. Ты со мной разговаривать не хочешь, да, значит? Ладно. Прочь магию. Сюда. Хорошее решение. Пойдем. Сейчас тебя орки захреначат сами. Что ты тут делаешь? Мы открываем храм Морра, а ты... Почему ты не копаешь? Давай откроем храм вместе. Мы воины. Мы не хотим иметь дело с... Но... Нет. Ой, да ради бога. Ты знаешь, сейчас ты получишь. Еще. Я убью тебя. Эй, Лестер, как тебе жилось?
Орки схватили меня на перевале и поволокли по пустыне. Сначала они заставляли меня копать землю, но потом обнаружили, что я умею читать древние таблички. Это позволило мне получить, так сказать, особый статус. О, таблички просто потрясающие. В них, правда, много... Я даже ощущаю эту магию. Тамхаш узнал о ключах. И теперь он хочет, чтобы я открыл ему храм. У тебя... Будь здорова. Возьми. Я их уже знаю. Так. Что-то с тобой не... Погоди-ка. Что это за запах? Ты воняешь, как целое поле болотной травы. Ах, это. Да, у меня есть немножко, я раздобыл ее влага. Слушай, я отнял у орков пару золотых. Можешь мне что-нибудь продать? Да, конечно. Вот, держи. Спасибо, приятель. Ты уже нашел ключ? Я так и думал, что ты здесь. Один я нашел возле руин целителя. А, вот я, который найти не мог. Тамхаш хочет присвоить этот артефакт себе. Так, ясно. Значит, если мы хотим попасть в храм, сначала нам нужно избавиться от... Дай мне свой ключ. Вот ключ от... Я теперь так. У тебя есть план? Нам понадобится помощь кочевников. Об этом должен... Сатурас тоже здесь. Он наверняка тебе поможет. Ясно. Ну тогда давай. Так, а куда мне идти-то надо? Дома жрецов. Вон туда мы и пойдем. Пойдем. Так, я хоть правильно тебя веду? А вроде как да. Пойдем, пойдем. Мне же еще один ключ надо будет искать потом. Так, я не понимаю, у меня то ли день, то ли не день. Орки роют, чтобы... Хорошо, найди, а я со своим... Лучше всего... Так. Он... О, каменная табличка. Неинтересно. Ты знаешь... Так. А, это Ватрас. Только я не знаю, мне стоит вообще там... Вроде как за орков хотелось бы. Ну-ка, сейчас вон там наверху глянем, что там. Там же что-то должно быть. Что там? Что там? Ну-ка. Ой-ой-ой-ой. Теперь смотрим, что у нас здесь. Так. Там какое-то кладбище.
Ага. Да тише вы. Так, я так понимаю, все равно надо было уничтожать. Вот это я сыр-бор заварил. Блин. Тихо вы. Ни хрена он ломанулся. Так. Так, ладно. Я же еще не все обыскал. Мне надо вот древняя библиотека еще. То есть вот сюда мне еще надо. Сюда вниз, я так понимаю. Нет, подождите. Господи, кочевники. Я от Вутроса.
Хорошо. У орков не останется времени. Мы налетим на... Да-да, главное, что... Мы готовы... Да мы уже все. Теперь здесь все наше. Что у меня теперь? Кочевники 15, ассасины 15, блин. Вот этот сундучок, я так понимаю. Опа! Да нет, почему-то не вон. Корзина? Нет. Так. Ой, твою мать, да сколько их вас. Еще немножко. Вот так. Так. Что тут есть? Куда? Блин, близкий. Я только чувствую, что я хожу кругами. Ну что ж, ладно, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!